Технический лицей по улице Пушкина, 51. Разработал проект, прошел экспертизу, требует утверждения. Более широко представьте, что это за проект? Значит, этот проект включает в себя полную термомодернизацию данного учебного заведения, полный капитальный ремонт всех внутренних сетей, устройство, благоустройство полное, замена окон, ну и приведение данного учебного заведения к сегодняшним нормам. То есть будут установлены новые учебные доски, полностью новая мебель, и данная школа будет как бы соответствовать всем требованиям сегодняшнего времени. Финансирование данного учебного заведения в этом году подтверждено с Киева. То есть кабинет министра выделяет субвенции. Мы объявили торги, и в этом году начинаем капитальный ремонт данного учебного заведения. Школа, которая в принципе эту заявку внес кабинет министра, которая была проголосована, и еще ряд объектов, которые выше будут указаны. Поэтому это такое позитивное решение, которое еще раз было хочу, принято в этом году. И в поддержку сегодня тех новаций, тех подходов, современных подходов, которые сегодня формируют город Мариуполь. Поэтому если у членов исполкома вопросы к докладчику, это очень хорошее дело. Поэтому ставлю вопрос на голосование, куда дано решение. Порядка 30 миллионов. Но если быть точнее, 32. Ну да, мы объявили открытые торги, они должны будут состояться завтра, и по результатам открытых торгов мы увидим.